так даже по стилю пока в первом раунде очень похожи ребята. Достаточно нарушений правил, но встает. Ну как амплитуда, да, снова его переводит таун. Павел на пол. Есть тейкдаун. Смотри, Никульников не собирается лежать под соперником. Нет, 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 Дмитрий не будет залеживаться. Забрал достаточно хороший замок. И еще есть один амплитудный бросок. Амплитудный, красивый. Но смотри, тут же Никульников встает и сейчас попытается и сам скатрить. Да, даже забрал ногу. Ой-ой-ой. На прием попасться. Давай. Сколько не удается, и встает Никульников, и при подъеме попадает Долгиков. Еще один, да, сразу пошел все возвращать. Здесь Дмитрий от Павла. И уже Никульников сейчас попытается провести тейкдаун, но ему удается. Успешный. Так. Пытается так подобраться на нужную дистанцию. О, взрывается, хайки. Ой-ой-ой, какое все, колено, все, это добивание. Все, вау.